Тере-тере, всем огромный привет из Турции, из города Мерсин. Так ярко, что аж глаза слезятся. Хочу вам показать, как тут рядом в комплексе уже бассейн заполняют. Вот тут напротив Skyport в комплексе бассейн-то чистили уже дней, наверное, 4 или 5 назад. Ну, что-то не заполняют. Но я думаю, тут в ближайшее уже время заполнят. Мы сегодня, не сегодня, а вчера или позавчера спрашивали у нашего КПДЖ, когда у нас бассейн заполнят. Вроде обещал к празднику. Вот на следующей неделе будет праздник в Турции. Вот к этому времени сказал, что постарается заполнить. А сейчас я вам покажу, как классно. Тут напротив комплекса уже водичку вовсю заполняют в бассейне. Вот Skyport. Бассейн тут все намыли, начистили. Прям несколько дней тут КПДЖ чистил. Ну, может, сегодня уже будут заполнять или на днях. Посмотрим. А тут, вот видите, водичка заливается. И эти лежаки уже подготовили. Ну, что в этом комплексе уже скоро люди будут плавать и отдыхать. Покажу. Вот тут площадка у нас. Не знаю, что там будет. Надеюсь, конечно, что там может какой-то сделать, как сквер. Скамейки поставят, такую зелень посадят, чтобы красиво был бы мини-парк. А может быть и дом будут строить, вот не знаю. Время покажет. Сегодня буквально там экскаватор все расчистил. Ну, посмотрим. В ближайшее время мы с вами увидим, что там будут делать. И вот наша дорога длинная. Уже в принципе, готово. И тротуар там буквально вот вчера еще не было. Сегодня уже тротуар, смотрю, сделали. Хорошая дорога. А там середины дороги, видите, как бордюрчик. Скорее всего, там будут цветочки сажать. Будет зелень. Будет классно. Вот такой у нас вид. Сегодня горы получше видны. Нету такой туманки. Сейчас вам покажу. Какой вид прекрасный. С этой стороны тоже. Прямо хорошо. Вот тут, вот эта полоска. Мне сказали, что ничего там строить не будут. Тоже типа как парк или что-то такое, зелень сделают. Это хорошо. Значит, вид на горы у нас не закроется. Тут-то будет два блока. Я думаю, высокие. Частично вот с этой стороны горы, конечно, закроются, а вот напрямую у нас останется. Это хорошо. Вот, хотел вам показать. В некоторых СИТЭ-комплексах, где имеется вот первый турецкий этаж, когда внизу магазины или такие как ну, бизнес-помещения, имеется крыша. Вот смотрите, вот такая крыша. Его можно использовать как террасу. Вот те, кто на первом этаже живут. В этом комплексе на площадке две квартиры, справа и слева. Вот видите, там с другой стороны квартиры получается, кто на первом этаже, у них огромная терраса. И сделали такую хорошую беседку. Зелень посадили. А вот у этой квартиры небольшая, буквально, видите, там чуть-чуть. Имеется площадь, но тоже можно сделать. Там эту перегородку убрать, соединить с гостиной. И будет выход не на... Такой, ну, небольшая терраса. А у соседей прямо тут шикарно, хорошо, просторно. Так что огромный плюс вот таких квартир, которые имеются на первом этаже, и где вот имеется вот такая крыша, можно его использовать. Да, и все, я вот любуюсь на этот сад. Очень красиво. Тут пальмы, пальмы. Ну, посмотрим. Может, на днях тут залют. Горочка имеется. Тоже для детей хорошо, да и для взрослых. Вот такая погода. На улицу я еще не выходил. Сегодня у нас по ощущениям где-то 27 градусов, я думаю. Время 11:30 дня. Сейчас Фарида и Наслыхан должны приехать с клиентами. Одни клиенты будут посмотреть у нас в нашем комплексе, вот внизу, квартиру, которая еще не продана. И Фарида попросила, чтобы
мы бы показали свою квартиру, потому что у нас уже мебель, занавески, уже квартира обставлена. Чтобы люди имели представление, как будет выглядеть квартира, если они купят, что как можно его красиво обставить. Я думаю, что уже на этой неделе сделаем рум-тур, покажем нашу квартиру, как у нас все получилось. Думаю, вам интересно будет. А у нас тут соседи цветы отдали. Они на все лето уедут на родину и попросили, чтобы мы за цветами поухаживали. А мы не против, потому что мы сами хотели тоже вот зелень купить. У нас вот на кухне там цветочки есть и в гостиной. Ну, в гостиной я покажу, когда рум-тур будет, тогда увидите. Так, вот пришли рядом с нашим домом футбольное поле. Даня хочет ходить на футбол с другом тут. С друзьями. С друзьями аж. Сейчас пойдем договоримся. Сегодня вроде тренировка. А вечером красиво тут все освещается. А, я же не поздоровалась. Да, вот. Всем доброе утро, добрый день. Да. Или добрый вечер, кто в какое время будет смотреть. Тоже вот София, сосед нас тоже. Угу. Надеюсь, у вас у всех все хорошо и отличное настроение, все-таки лето. И не забываем, что на следующей неделе уже 1 июля, поэтому ловим летние деньки, не сидим дома, гуляем, развлекаемся, отдыхаем. Да. Идет тут тренер. Нету никого. Так хорошо сделано. Тут туалеты. Угу. Чистые. Одевалки, душ. Поиграл, сходил в душ. Туалет, если нужно. И пошел домой. Здорово. Здесь получается два поля. Они такие небольшие, да? Ну, нормально, ну, для тренировок как для раз. Для тренировок достаточно, да. И что хорошо, рядом с домом. Да. А тут вокруг, видите, новые комплексы достраиваются. Будет хорошо. Мы буквально 2 минуты шли, не больше, да, от нашего дома? Да, рядышком. У нас из окна видно. Я вот сегодня тоже утром снял. Из окна видно, там, наверное, видно было. Здорово, все для детей. Все для детей. Для них стараемся. Да. И стараются турки. Да. Ну, что будем ждать? Может, он только вечером приедет? Нет. А почему они, ребята, сказали идти сейчас записываться? Записали Даню. Турецкую сборную. Пришлось заплатить сразу за 3 месяца. Так получается дешевле. Если платить за 1 месяц, будет 1000 лир. А если сейчас сразу заплатить, будет 2250 лир за 3 месяца. Да, конечно, мы сразу. Мы и форму ему сразу тоже хотели сейчас купить. А она сказала, сначала я закажу ему футболку нужного размера, и тогда потом уже будет оплата. Вот. Даня довольна? Довольна? Да. Ну, будешь на чемпионат ездить. Вместе с другом тоже, да. Все, записали на тренировку. А теперь мы идем... Куда, Ира? За велосипедами. За велосипедами. Ну, посмотрим, может, найдем. Фарида сказала, что надо на D400 выйти, там, где соли центр, чуть дальше проехать. Там вроде есть магазин велосипедов. Сходим сейчас вместе с вами, посмотрим, выберем. Может, даже и купим. А то живем на море, где променад шикарный, хороший. Надо шевелиться и на велике кататься. Наслаждаться вот такой прекрасной погодой. Сели у нашего дома на Долмуш и едем. Тут даже телевизор есть. Этого Долмуша.
Kolay gelsin. Hayırlı işler. Eyvallah. Sağ ol abi. Nereye gel? С помощью людей нашли место, вот где магазин велосипедов. Я смотрю, там и мопеды продают. Маршрутки люди услышали, что мы у водителя спросили, где тут магазин велосипедов. И сзади там уже нам по плечу так постучали, говорят, не проедьте, вот оно. Молодцы. Очень отзывчивый народ. Очень. Идемте, идемте. Ну, тут сколько мопедов. Даже больше мопедов, чем велосипедов. Граба? Даже не заметил, тут тоже они так притык друг к другу прижаты, что выбор большой. Полицей. Лер, смотри, выбирай. Нормально. Есть из чего. Там нужна помощь. Всем. Детям тоже тогда заодно сразу? Раз, тогда четыре. Дорт, паня. Эндюши. 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 От 3,5 до 11. До 11 тысяч? Да. Сейчас я свой волшебный калькулятор посмотрю. Вот этот велосипед 3 тысячи турецких лир. 1500. Нет, 3 тысячи он сказал вот это. 3500. И там наверху 3500. Даня, попробуй вот этот вот. Почему не нравится? Бери, попробуй. Как? Сейчас уже нравится. А? Почему? Нет. Маленький тебе или почему тебе не нравится? Он маленький или что? Такой себе. Так, спустился с потолка. Еще один вариант. Пыльный, давно никто не спускал этот велосипед. Они там висят. И это 3500 велосипед. По-моему, 3500. Ну, вот такой велосипед, да, не понравился за 3500 турецких лир. Ну попробуй прокатись сюда. Удобно? Аккуратно только посмотри. Нравится. Ну, отлично. А София, София на чем будет у нас? Она на двух колесах ездит, да? Ведь? Да. Отлично. Нет, все окей. Окей. София, смотри. Сейчас он посмотрит. София, смотри, вот, София, почему? Надо попробовать. Угу. Дерево? Попробуй. Он нас сам все лево. Я, или вот эти, но эти он бил, да? Да-да-да, поменьше. А, вот посмотри, София, вот там эти. Беленький да, тоже велосипед. Сейчас он скажет цену. А, это 6500. Угу. Вот розовенький велосипед для Софии. Это чуть-чуть подороже, 5000 лир получается.
София, аккуратно. Ир, подстрахуй. Надо наверное ниже. Ниже надо. А он большой, расстояние большое до руля получается. Да. Здесь сейчас он попробует прыгнуть. Бин. Давай. Бин. А я на вот рафа. Валя. Ты крути, крути. Yes. Она не может, он неудобный. Ай, все, не может, неудобно. Руль неудобен. Да, да, надо ниже. Давай, слезай. Далековато руль, да. И руль такой вот. Видишь, расстояние от сиденья до руля меньше. И тебе удобнее. Вот. София смотрит на красоту, а надо еще смотреть на функционал, чтобы ей было удобно. Да, чтобы удобно было. Не да. Только красиво, но и удобно. Да, я хочу. Этот велосипед 5500. Маленькое расстояние. Что? Маленькое расстояние. Маленькое, здесь узко, да. Да, тут мало места кататься. Маленькое расстояние до чего? А, здесь мало места, конечно. Да. Ну, хорошо. Все, София уехала далеко. Ну правильно, зато попробовать, как удобно, неудобно. For me and no. Normal. На променаде все. На променаде. Normal, да, да. Red. Red, да. Давайте попробуем. Куда Мариусу профессиональный? Okay. Удобно, да? Очень. Отлично. Ир, он спросил мне профессионально, я сказал нет, мне. Вот там красненьким предлагает наверху. Сейчас попробуем. Еще раз скажи, пожалуйста. Он сказал, вам профессионально, я говорю, естественно. Мне Мариусу только профессионально. Обычно, да. Окей, тамам. Так, сейчас Ира попробует. Не сбить бы никого. То, что Софии не подошло. Там, наверное, сиденью надо поднять. Что-то ты низко. Но сиденье тоже низковато у тебя. И он неудобный какой-то. Неудобный? Лайтинатор. Не, спасибо, Ярден, спасибо. Ярден, а лайтинатор. Ярден. Что? А, сейчас. Сиденье повыше, наверное, тоже надо тут. Удобно? А там, может, сиденье повыше надо? Может быть, но во всяком случае он очень удобнее. Удобно, ну отлично. И цена 3500, по-моему, на этот велосипед. Вот такой возьмем. Отлично, теперь для меня надо. А цвет какой-то? Я думаю, да. Нормальный цвет. Такой цвет красивый. Мне как-то все равно, вот я только что сказала, что да, берем, а чего-то как-то все равно душа не лежит, не знаю. У меня шоссе пыльные, надо протирать. Спасибо, что помогаешь. А что это сработает?
почему это не работает? Что не работает? Один не работает. А, будет чалмишиот? Будет чалмишиот, будет чалмишиот. А, этот не работает. Но починит его. Тогда не обтрыжем. Ага. Тогда не продает? Несерьезно. Ну давай, вы выкатывай. Как печет. Честно говоря, мне не нравится, что продают тяп-ляп. Пыльно, грязно. Тормоз, ну, да, один не работает. Ну как-то не видно, что, знаете, когда продавец продает и он хочет продать, то он это красиво делает. А тут тяп-ляп. Не знаю. Марис. Ну как? Качество велосипеда оно и есть. 3500 турецких лир. Сели тут рядышком, пообедаем, заодно и обсудим, да, Ир? Да. Брать, не брать, непонятно. Да, не знаю. Вот взяли курицу, рис. Дети пошли руки мыть. Мы уже успели помыть. Вот не знаю, сидим и думаем, с Ирой брать, не брать. Но понятно, что мы смотрим бюджетные велосипеды. 3500 лир, там и 5000 лир. Велосипед был чуть-чуть подороже у Софии. Ну, как-то не знаю, думаем. Сейчас пообедаем. Те, что, конечно, получше, цена у них повыше, начинается там от 11 тысяч лир. Но он сказал, что вот те, которые за 11 тысяч лир и там колеса пошире, это для горных таких, ну, для профессионалов. А нам-то нужны городские велосипеды, чисто для вот променада, вот прокатиться, проветриться. Да. Поэтому сейчас подумаем, или еще куда-то поехать, посмотреть, просто сравнить. Надо просто поесть, мы голодные. Да, и мы голодные, и сейчас мы поедим, решим. И тогда решим. Сели на Долмуш и едем в сторону форума, все-таки решили прокатиться, посмотреть еще один большой магазин, который... советуют. Буквально, наверное, минут 15-20 нам ехать, хотя пробки. Ира там сзади сидит где-то, дети тоже. Все-таки съездим, сравним, посмотрим. Посмотрим на всякий случай, вдруг там получше что-нибудь выберем. Понятно, что дешевле-то уже мы не найдем. Это цена более-менее хорошая. Ну что, более-менее хорошая цена за такое качество велосипеда. Ну, нам ведь гнать не надо, нам просто чисто по променаду покататься так на ровной, хорошей дороге. Поэтому для этих целей в таком ценовом классе хорошо. Хорошо. Diyor üniversite 2 nöbet benim vardı, sana verdim diyor. Haberin var ne bileyim, benim nöbeti sen tutacağım. Ben daha insanlarım senin nöbetini ben niye tutuyorum hepsini? Orada bir dinlenen kaldım, ona kadar kaldım. Yani zaten nöbeti alacaktım. Daha bana niye bıcıklık olsun diye bu enişte böyle yapıyor abi. Вышли из Долмуша. Надо пешком пройтись и такси, наверное, взять, потому что Дудова не едет. Давай возьмем. Тут недалеко, в принципе, но пешком неохота идти. На такси быстрее доедем. А мы рядом с форумом находимся. Рядом с форумом, да. Форум, видите, на той стороне. Непонятно, красные вроде.
А теперь зеленый. Ой, да. Мы уже, в принципе, и привыкли к этой жаре, не так потеем. Нам надо в ту сторону идти. Оп-оп-оп-оп. Там на той стороне дороги возьмем тогда такси. Красный свет. А в тенечке-то намного лучше, конечно, идти. Вот форум слева. Walking tour. Все, взяли такси. Тут буквально 3 километра ехать. Быстро доедем. Сейчас я пока. А, вот тут идет. Окей, окей, no problem. Окей. You come from? Estonian. Финляндия, Estonian. Эстония. Эстония. Эстония, Финляндия. И не слышали о такой стране. Live, Mersin, in Mersin. Yes, yes, yes. Live, live. You go to Estonia? No, no, no. We love Turkey. Turkey good? Very good. Любим, любим Turkey. Вот. Веселый таксист. Компания сзади наша сидит. Хорошо. You house, house. Соли, Агденис. Соли, окей. Соли, yes. Вот снизу здание висит, здесь какой-то кухня, только кафе. Кафе, кафе там, да? Какие там? Ага. Ага, yes, yes. Окей, окей. Красивые тут дома, высотки. С ветерком едем. Прямо хорошо, да. Иру не слышно, так как микрофон у меня. Ира говорит, так как мы любим. С ветерком. Да, прямо-прямо. Окей. Ага. У меня просто на экране тут маленькое окошко навигатора. Смотрим. Налево, видишь? Ну ладно. Проблем. Ну, туда идем тогда. Все, не могу снимать, будем навигатор смотреть, а то проехали. Прибыли. Тегатлон. Ира говорит, правильно приехали. Такой магазин. Тут палатки. Парковочные места удобные. Тут, видите, укрыться можно машинам. Имеются такие крыши. Ну что ж, заходим. А, тут опять проверяют. Или не проверяют, что там.
Велосипед стоил 6 тысяч турецких лир со скидкой 4800. И посмотрите, качество совершенно другое. И что мне нравится, чистенько, аккуратненько. Там все пыльно, грязно. Прямо неохота было покупать. И само обслуживание, честно говоря, не очень. Такой магазин. Ну, спортивный магазин, тут и обувь, и для спорта. Все-все имеется. А вот велосипед впереди. Да, хорошо, что мы там не согласились и решили все-таки дальше проехаться и посмотреть на велосипеды. Вот посмотрите, цена практически одинаковая, но тут разница 1000 лир, 1500 лир. Но они чистые, намытые. Ну вот как в магазине новые велосипеды должны продаваться. Вот так они должны выглядеть. А там даже он спустил с потолка этот велосипед. Смотрю, сидушка пыльная. Один тормоз не работает. Говорит, я отрегулирую. Ну, что значит отрегулирую, если он новый у тебя? И если бы я ему не сказал бы, что сидушку там вот такой слой пыли, ну, хоть вытереть, можно было штаны испачкать, то как так можно продавать велосипеды новые? Как на свалке покупаешь, как-то очень нехорошо. Нехорошо. Ну, тут есть и подороже, естественно, велосипеды. Ну, это для профессионалов. Нам в горы кататься не придется, поэтому можно будет посмотреть. Вот, 4200. Ну, тут на него и смотришь, и видно, что новый велосипед. Действительно новый. Вот так. Так что имейте в виду, там около D400 трассы не покупайте. Не покупайте. Сумочку, папа. Мячик? Я нашел мяч, который у моего друга есть. А-а. Хорошо, хорошо. Вот такой велосипед, 7600 турецких лир. И знаете, что я подумал, что вот такой велосипед сейчас очень модный в Таллине, в Каламая. Вот. А, это стиль Каламая. Да, да, стиль Каламая прямо подходит. Там люди гонятся вот такого, за таких велосипедов. Ну как гонятся? Интересуются. Ну, прямо, да, и готовы большие деньги отдать вот за такой велосипед, ретро-стиль. А тут он стоит 7600 турецких лир. И хорошо выглядит. Вот еще 9100 турецких лир. И с корзинкой. Может, тебе и раз корзинкой надо? А я вот сейчас смотрю на эти велосипеды и думаю, может, не брать такую? Удобно будет. Сюда корзинку можно все положить, сумочку. Да. Ну вот, 4200 турецких лир. Новенький, блестит. Тормоза хорошо работают, ничего чинить не надо. Да. Ну вот это я понимаю. 4200 лир. Ир, покажи, какой ты выбрала. Тут за 9100? Каламая. Да, в стиле Каламая. Потому что в любом платье мне будет удобно сесть. Туда я в корзинку сумочку могу положить. Идеально. Идеально, конечно. Ну, пускай у Иры будет подороже. А, Данин тоже покажи, тоже 4200. Микрофона нет? Да, а, значит, вот этот размер средний для Дани, это размер ларч для Мариуса. Для Мариуса, да. Ну вот. А сзади тебя горные велосипеды. Ну, да, бисеклетти, это... Лет через 20. Мариус соберется в город, тогда купим. Нет, но самое главное, вот как я сказал, что тут чистые. Прямо, ну, новый велосипед. Те велосипеды были подозрительные. Подозрительно, да. Как может новый велосипед быть уже сломанным одним тормозом? Ну, как-то нереально. Вот. Вот Ирин велосипед за 9100 лир. Но он такой стильненький, прямо хороший, удобный. Корзина имеется. Софин, вот там желтенький наверху, сейчас его опустят.
Да, и вот наши. Данин и мой. Ну, мы с Даней прямо хорошо. Да. Хорошую сумму вложились. С ларца, одинаковых с лица, на одинаковых великах. Да. Вот сейчас тут резину накачают. Ир, посмотри, тебе сидушку надо еще поднимать? Ир, посмотри, сидушку надо поднять тебе? Давай. По-моему, низковато. Пониже надо? Нет, ну попробуй, по-моему, так... пониже вряд ли. Что ты меня торопишь? Он еще тут занимается. А-а-а. Думаешь, ниже надо? Я думаю, да. Куда мы так? Но это слишком низко, нет? Наоборот. Мне кажется, для этого велосипеда вот это норма, самое то. Ну смотри. И сейчас поедем на велосипедах домой. Нам, конечно, отсюда далеко ехать. Зато по набережной. Километров 9-10, ага. Да может даже больше. Ну, к утру приедем домой. К утру домой. Сейчас я вот отсюда. Сейчас. Сиденье низковато. Все, едет красавица. Не низковато тебе так сидеть? Ну, нет, но шину надо подкачать. Надо подкачать, да, вот я тоже смотрю. Можно быть чуть-чуть приподнять. Чуть-чуть надо, чуть-чуть. Да, да. Капочку. Этот Мерседес Софин. Из упаковки вытащили. София, вот твой велосипед. Он собирает его. Яркий такой, заметный. Издалека видно будет. Да. Ой, я так рада, что нам сегодня отдадут велосипед. А то нам уже сказали, в следующий вторник приходите. Но и забирайте. Наши тоже, видишь? Да, да, да. Тут. А тут вдруг раз и все, забирайте. Мужчина пришел и все устроил как надо. Да. Сейчас соберут, настроят. Попросил на все велосипеды установить ножки, ну, чтобы все-таки удобно было бы их ставить. У меня была ножка. А у тебя была ножка, а у нас, видишь, нет. Он, видите, еще проверяет все велосипеды. Это вот Софиин. Это уже собрали, все подготовили. Я когда еще не показывал. Да, вот сумочка идеально, хорошо. Кепка, чтобы лицо не сгорело. Ой, я уже предвкушаю эту поездку домой. 13 километров, да, я посмотрел, отсюда до дома. К утру приедем. Мы выживем. София, посмотри, тебе надо еще сидушку поднять? Пойди посмотри свой этот велосипед. Проверь, чтобы удобно было ехать. Попробуй. Нормально? Хорошо, да? Ну, сейчас все поедем. Вот такую ножку он установит на велосипед. У Софи уже установили. И вот таких два замка мы возьмем с кодами. Ключами неохота. Вдруг потеряется, а паролем удобно будет. Ира сегодня налюбуется. Я просто любуюсь своим велосипедом. Я говорю Марусе, как важно в городе-миллионнике иметь транспорт. И пусть мы начали с велосипедов, но это все равно такой кайф. При мысли, у нас есть свой транспорт. Если я захочу поехать на другой конец города, мне уже не так страшно. Я сяду и поеду по набережной, она
15 километров. 13, по-моему. Да, и где-нибудь просто буду сворачивать. Куда а все, тебе надо, куда да. Куда мне нужно. А всю остальную дорогу, это вот такая красота вдоль моря. Да. Я думаю, в перчатках будет потеть. Жарко будет. Да, жарко будет. Это зимой. Решил себе тоже все-таки корзину установить. Чтоб сумки, может полотенце. Пускай будет. Тут удобно, видите, они сразу все устанавливают. Очень хорошее обслуживание, вежливо. Выбрала? Выбрал шлем себе? Ну, возьми, конечно, лучше пускай будет у тебя. София себя уже выбрала. Да. Если тебе удобно? Удобно, не давит нигде. Хорошо? Ну, отлично. Будем на рынок ездить за арбузами. У Софии будет желтенький шлем. Покажи, София. Ну, видишь, как хорошо. И у Дани беленький. Я не знаю, мы правильный размер выбираем? Ну, про желтый он сказал. Он сказал команду? Да, 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 правильно. А Даню ничего? Даня пускай покажет ему. Сейчас отгрузим замок. Один цвет. Я сама выбрала. Да. Я даже знаю. Папа корзина будет, вот установили уже. Корзину удобно. Что-то купил, положил. Люблю зеленый. Салатовый, да? Это намек. Это был намек, Марис. Покупайте. Да, да. Какая цена? Сейчас хочу посмотреть. Какая цена? 65 лира? 65 лира. Давай возьмем, да. Только надо взять этот, туда вставить штуку. Имя и Бакман нас. Контроль. Нет, надо проверить. Надо будет проверить. Медиум лар. Другой размер. Вот этот. Так, давай. Видишь, ты большой взял это. О, тысяч передрин. Ну вот. Не давит, хорошо? Что делать? А, вот сейчас грузит. Получается, мы с этим не тратим нельзя. И вот такие бутылочки, чтобы висели на велосипедах тоже.
установят София и Даня. У нас есть корзина сыра, поэтому нам не надо. Все, педали проверил, цепь тоже, все полностью проверяет, все устанавливает. Вот, почти уже наши велосипеды. Хотел сказать, автопарк. Мерседес велосипеды, да. Сейчас еще надо оплатить. Посмотрим, сколько сумма получится. Так как мы еще добавили на мой велосипед корзину, детям ножки. А, и на свой тоже я велосипед ножку установил. Бутылки для держателя и бутылки для воды. У Иры уже была ножка на велосипеде. Ну, Ира довольна. Мечта сбылась. У меня был велосипед последний раз, когда мне было 12 лет. И я ехала по дамбе, и в меня врезался старичок какой-то. И все, на этом закончилось? И у меня как бы круглое колесо уже, стало кривым. Все, уже давай. Все, сумма. Да? How much? Back. Back? Yes, yes, ага. Интересно, какая сумма получится за 4 велосипеда и вот еще за это добро. Карт. Карт, yes, yes. А how much? Ира, помоги, сколько? Некадар, да. Угу. Какая там сумма получилась? Угу. Самая-то интересная часть. Какая сумма? ₽28 000. Я на экран тоже выведу, сколько это будет в разных валютах. Общая сумма 28 000 турецких лир. Поднимаемся на лифте, так как тут трасса большая. А нам надо на ту сторону. Сейчас Ира и Даня поднимутся. Мы с Софи поднялись. А то долго ехать нам в ту сторону, пока там будет переход. Решили через вот такой. Вон, Дань, давай. Аккуратно, аккуратно. Можно было просто повернуть руль, и ты тоже так же влез бы. Там лифт узкий. Мы выехали на набережную Мерсина. Вот наши мерседесы стоят. Ира и дети довольные. Вот с таким видом. Тут рыбку ловят. Кися нас встречает. И вот, смотрите. Вот такой военный самолет турецкий. И нам вот надо туда. Самый даль ехать. Где-то 10 километров. Тут еще корабль. Военный. Сделали маленькую паузу. Чуть-чуть отдохнули. Поедем дальше. Где-нибудь в кафешке еще остановимся. Кошки любят Даню. Да, Софию. Все любят. Все кошки любят Даню и Софию. Ты тут живешь? Да. На берегу моря? Хорошо. Балдежник. Балдежник. Да. Дальше едем? Да. Не устали? Нет. Не устали? А когда устанем, сделаем что? Что, София, мы сделаем?
Ира хочет шоколадницу. Ира хочет. Дети хотят шоколадную паузу. И дети в том числе, да. Красота. И вот велосипедная, пешеходная променад идет 10, больше даже километров. Едь, катайся, гуляй. Очень даже хорошо. Что ж, сделали остановку. Рядом тут библиотека, которая круглосуточно работает, прямо на берегу моря. И вот тут буквально метров, наверное, 50, может 70, через дорогу есть шоколадница. Мы в прошлый раз, когда в Мерсине были, сильно даже вместе тут посидели, нам очень понравилось. По-моему, это последний вечер или предпоследний вечер, когда мы тут были в Мерсине. Тогда посидели, тоже кофе выпили. Шоколад, наверное, не заказывали, просто латте выпили. Тоже хорошо. Вот дети бегут, были тут на игровой, хотел сказать, площадке, игровой комнате. Сейчас поверну камеру, покажу вам вкуснятине, то, что мы заказали. Вот такая вкуснятина. Взяли детям Snickers Milkshake. Еще есть Snickers. Кусочек Snickers, да? Кусочек Snickers. А у мамы мороженое, шоколад бельгийский, клубника, вафельки и крем сверху. Вот такая вкуснятина. У папы клубничный милкшейк. Вот сейчас маленький такой, ну, может, не маленький. Посидим, расслабимся, и тогда уже поедем дальше. Отметим покупки, да. Вот наши мерседесы там стоят. Пристегнули, я даже купил 2 замка. Вот они там стоят. Ждут нас, ждут. Отсюда нам ехать вдоль променада буквально 6 километров. И будем дома. Немного.
А, хорошо. Да. Ветерком, ветерком. Сюда. Вот такая красота нас окружает, поэтому едем и кайфуем, любуемся. Я как вот взглядом блогера, оператора смотрю, сколько много интересного можно снять. Тут только кататься и снимать все для вас. Дорогие наши зрители и подписчики, будем теперь вот так ездить и показывать интересные моменты и природу турецкую красивую. Вышли на мостик такой. Собачка тут отдыхает в тенечке. Ну красота ведь. Действительно попали в рай. Утки тут плавают, даже лебеди. Сейчас мне, наверное, неудобно будет снимать. Сейчас я попробую вам показать. А, балдежники. Очень много народу гуляет. У собачек такой добрый взгляд. Причем у всех, вот сколько собак вижу, у всех такие добрые взгляды. Выражение лица. Скоро уже темнеть начнет. Вот люди сидят, отдыхают. Все, садимся обратно. Где там Ира? А вот идет своим Мерседесом. Ну, дальше едем. Да. Красота ведь. Тут захватывает. Так, с ветерком. На заднем фоне Даня, София, Ирина. Едем. Вот сейчас такой кусок променада небольшой. Прямо рядом с морем катаемся. Скоро опять поедем по набережной, которая будет, наверное, чуть-чуть пошире. Народу много, все гуляют, отдыхают. И везде всего продают разного. Напитки, кукуруза, мороженое. Ну, молодцы. Сзади крутят педали.
Ну, сделали еще одну остановку уже у нас на Соли пляже. Соли один или нет? Это Соли, именно. Первый, да? Соли первый пляж. Да. На качельках тут качаемся. Любуемся морем. Сейчас вам покажем. Ира довольна? Не то слово. О, как мы загорели, посмотри. Да, да. Вообще коричневые. Ну, у нас загар, как у дальнобойщиков. Надо по-настоящему прийти, позагорать. Надеюсь, может быть, жарко завтра прям позагораем. Калории горят, мне прямо жарко. Ну, калории теперь нам не страшно, да, так как велосипеды Mercedes у нас есть. Крути-то крути только. Сейчас покажу красоту вам. Вот так. Сидим тут на качелях. Кайфуем. Марис говорит, что еще надо для счастья? Вот да. Действительно, вот скажите, что? Вечером тут все подсвечивается красиво. Сегодня тоже волны. Поэтому люди любуются морем. О, мерседесы наши стоят, отдыхают. Очень много людей гуляют. Вечером хорошо, такой теплый-теплый воздух дует на вас. Все гуляют. Вот вспомни, когда мы днем приходили сюда, вообще мало-мало народу было. Там даже писали в комментариях, а где люди? Где люди? Вот днем, да, мало людей гуляет, потому что жарко. И да и работают люди. Да и работают люди. Поэтому вот вечером, как вы можете видеть, народ шевелится. Очень много, прямо вот, друг за другом, да, нескончаемым потоком. Да, 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 идут. По дороге свадьбы видели, всякие там веселья, праздники. Дети играют, тут бегают, катаются. О, там кто-то играет. Сейчас зум сделаю. Savior, Savior, Savior.